Всем большой привет, с вами Ксюша, и это 5-й по счету спокойный влог на моем канале. Здесь я делюсь с вами приятной рутиной и частичками моего дня. Надеюсь, мое видео зарядит вас чувством спокойствия и душевной гармонии, ведь я думаю, что очень важно находить в жизни баланс и чувствовать себя в моменте. И тогда даже обычная ежедневная рутина будет казаться нам чем-то особенным, воодушевляющим и, конечно же, успокаивающим. Наш день состоит из мелких действий, которые могут повторяться изо дня в день. Но как это ни странно, каждый наш день неповторим, и каждый день дает нам шанс стать немного лучше и немного счастливее. Свое утро я провожу вполне обычно. Ванна, завтрак, немного прибраться, если успеваю. В целом, я не грущу, если не успеваю много полезных дел в течение дня, ведь рутина неотъемлема и тоже в своем роде прекрасна. Я думаю, что меняя отношение к ежедневным мелочам, мы можем не только улучшить свой день, но и больше ценить каждое, даже самое простое мгновение. Ведь иногда мы забываем, какое это счастье иметь теплый дом, вкусную еду, близких людей рядом, а также просто видеть, слышать и ощущать этот мир. Сразу после душа я люблю наносить минимальный уход за собой. А если нанести в этот момент туалетную воду, то получается какой-то особенно теплый момент, который вы делаете именно для себя и для своих ощущений. Совсем иначе это ощущается тогда, когда я брызгаю духи перед выходом из дома. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at. Довольствуясь мелочами на пути к своей лучшей жизни, мы даем себе ощущение счастья на протяжении всего этого пути. И неважно, где нас ждет конечная цель, цель – это лишь абстрактное представление будущего, а реальные моменты, которые мы проживаем прямо сейчас, это и есть наша жизнь. Прямо сейчас я выбираю простую жизнь. Кому-то она может показаться скучной или обычной, но это не значит, что она неинтересна или не имеет счастливых моментов. Ведь я сама создаю эти маленькие моменты счастья в своей ежедневной рутине. По-моему, самые счастливые моменты нашей жизни совершенно не зависят от точки на Земле, где мы находимся, или даже от точки старта в нашем новом начинании. И как бы это странно ни звучало, но даже обстоятельства вокруг не могут влиять на наше действительное счастье. Ведь мы ощущаем мир не таким, какой он есть, а таким, каковы наши мысли и убеждения. Поэтому простой пример. Чтобы видеть больше добра в нашем мире, нужно самому излучать эту доброту. Проявляя заботу о своем доме, я будто проявляю заботу о своем душевном спокойствии. Недаром говорят, что чистое пространство равносильно чистому сознанию. Кстати, растения в доме – это отличный повод дисциплинировать себя и нести ответственность за свои решения. В данном случае – за решение завести много растений. Разбирая свой дом, я решила избавиться от всего лишнего. И мне вспомнились распродажи, знаете, как в американских фильмах, когда все ненужное продают по сниженной цене и при этом находятся во дворике своего уютного дома.
Немалую роль в интерьере комнаты играют запахи. Мой самый любимый запах – это запах свежевыстиранных наволочек и тюля. Свежий запах сразу обволакивает комнату и наполняет ее чистотой. Я вешаю тюль во влажном состоянии, чтобы она досохла именно так и распрямилась самостоятельно. Правда, это новая тюль, и она, кажется, сама не распрямляется, но ничего страшного. Хочу сказать о том, что если в вашей жизни сейчас происходит что-то трудное или волнительное, то просто напомните себе о том, насколько быстротечно время, и что даже самые грустные моменты спустя время становятся лишь веселыми историями. Я часто напоминаю себе об этом в трудных ситуациях и задаю себе вопрос, а так ли это будет важно, например, через 2 года? И в большинстве случаев я понимаю, что действительно тревожусь по мелочам, и мне становится гораздо спокойнее. А еще я хотела бы сказать вам огромное спасибо. Под моими видео вы часто пишете слова поддержки, и я понимаю, что мы с вами на одной волне и можем поддерживать друг друга. Я была рада сегодня провести с вами время. Увидимся в новом видео. Пока-пока!